Итак, снова всем привет. Находимся мы на очередной рыбалке. Находимся в Знаменском заливе Красноярского водохранилища, на островах Знаменского залива. Вот. Почему мы сегодня сюда приехали? Потому что есть определенная теория местного населения о том, что здесь зимует щука. Сюда она заходит с основного русла, зимует на косах вот от этих островов. Но вот сейчас мы один остров видим, там второй остров, он сейчас немного притопленный. И впоследствии она здесь весной мечет икру. Вот. Но вот по крайней мере летом и осенью она здесь попадается. Вот. Посмотрим, что здесь происходит зимой, как обстоят дела с ней. Честно вам скажу, здесь мы первый раз именно по щуке пытаемся работать. Может быть, нам повезет, может быть, нет. Сейчас мы выставим жерлицы, а потом переместимся на более большие глубины, где-то порядка 11-12 метров. Будем пробовать ловить мирную рыбу. Жерлицы мы будем ставить на глубинах от 2 метров до 6,5. Лунки у нас уже заранее заготовлены, поэтому посмотрим, что получится.